Сегодня в Чебоксары с рабочим визитом приехал заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Одна из целей визита – проверка готовности спасательных служб республики к выполнению мероприятий гражданской обороны и знакомство с ходом работ по введению в эксплуатацию системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому телефонному номеру 112. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение безопасности – это приоритет государственной деятельности. Задачи органов власти понимают, эффективное взаимодействие организовано, встречаемся на разных площадках, соответственно, когда нужно внимание оказать сотрудникам МЧС, как КЧС Чувашии, всегда мы это делали, потому что работаем на общий результат. А когда есть на самом деле результаты нашей совместной деятельности по обеспечению безопасности у людей, появляется уверенность в завтрашнем дне, что органы власти беде их один на один не оставляют и не оставят. Вот это самое главное. Александр Чуприян, в свою очередь, рассказал, что познакомился с работой всех служб республики, обеспечивающих безопасность жителей. Мы поговорили здесь и про построение безопасного города сейчас. Угу. Я встретился уже с силовиками, ФСБ, МВД, еще у меня сейчас встреча была конкретно. Угу. Поэтому в целом производит неплохое впечатление. Мне осталось только вам пожелать хороших бюджетов на следующие и последующие годы. Идеальный вариант – это когда мы реагируем вот по факту, вот что происходит. Но лучший вариант идеального – это когда мы предупреждаем. Поэтому вот сейчас центр тяжести будет перемещаться на те мероприятия, которые дают им возможность все же быть чуть-чуть, наверное, дальновиднее.